Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 5 на странице 68 учебника математики для 3 класса автора Маро. За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали. Сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей, если в час он будет изготавливать на одну деталь больше? Давайте посмотрим, что нам известно из условия задачи. Нам известно, что за 7 часов токарь изготовил 63 детали. А также нам еще известно, что ему нужно изготовить 70 деталей, но в час он при этом будет изготавливать на одну деталь больше. Мы должны узнать, сколько часов ему потребуется. Давайте мы сначала узнаем, сколько токарь изготавливал деталей за 1 час. Нам известно, что за 7 часов он изготавливал 63 детали. Чтобы узнать, сколько деталей он изготавливал за 7 часов, нужно 63 разделить на 7. Получится 9. 9 деталей, да, с точкой записываем в скобках тире, изготавливал за час токарь. Затем он будет изготавливать на одну деталь больше за час. Чтобы узнать, сколько это, нужно к 9 прибавить 1. Получится 10. 10 деталей, D с точкой, записываем в скобках, будет изготавливать за 1 час. Ну, а теперь мы можем узнать, сколько часов ему потребуется, чтобы изготовить 70 деталей. Для этого нужно 70 разделить по 10. Получится 7. 7 часов потребуется токарю для изготовления 70 таких деталей. Записываем слово ответ, ставим 2 точки и пишем 7 часов. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.